4 мая я пришел в вечернее время на ужин. Зайдя в квартиру, прошел в зал, увидел, что были разбросаны игрушки и вещи. Я попросил его, чтобы он убрал за собой это. Он отказался, сказал, что я не буду. Я на шкафу лежал ремешок, шнур, точнее, от зарядного устройства, взял и помахал перед ним. Он убежал к себе в комнату. Я зашел, еще раз попросил его, чтобы он убрал за собой. Он отказался. Я ударил его 3 раза этим ремешком. Он убежал на кухню, где на данный момент, на тот момент находилась мать. Она готовила. Он заплакал.